бассейн из спорткомплекса Абакан будет кипеть вода. Вы будете состязаться. Вы будете стремиться показать хороший результат. И я желаю вам улучшить свои личные рекорды. Спортсмены и тренеры уже называют Абакан плавательной столицей Сибири. В этот раз побороться за кубок главы Абакана съехались 400 пловцов. Принять участие в соревнованиях жаждали еще больше юных спортсменов, а мягкой, как говорят сами пловцы, в воде в Абаканском бассейне уже наслышана вся Сибирь. Помешала эпидемия гриппа. Спасибо, конечно же, и Николаю Геннадьевичу за то, что он под собственный контроль берет это все. Я понимаю, что кроме спорта еще много-много других направлений в экономике, где надо тоже следить. Вот. Ну, огромное спасибо за поддержку плавания. На сборную Хакасии у болельщиков большие надежды. Наша команда самая многочисленная, 60 пловцов. Призовых мест ожидают прежде всего от Абаканской школы плавания. Но серьезную конкуренцию могут составить и спортсмены из-за базы. Приплыла вторая. Думаю, что все получилось, как тренировалась. Сегодня первый день соревнований. Впереди еще 2 дня борьбы. На таких крупных соревнованиях очень важна работа тренера. У каждого из них есть вот такой вот свисток. Именно им тренер подает команду своему спортсмену. У каждого свистка свой уникальный звук, который спортсмен способен отличить от тысячи других. Впервые Кубок Сибири состоялся в 1993 году. С тех пор каждое соревнование выявляет новый звезд плавания российского уровня. Скорее всего, и этот год в Абакане не станет исключением. Виктор Буров, Станислав Колчинаев, Вести, Хакасия.